После беседки Грина взялись за Тульский Кремль в Вельской колонии. Осужденные воссоздают строение к юбилею историко-этнографического комплекса. 8 зданий, ворота и частокол осадных дворов. Таков спецзаказ для Тульского Кремля. 4 строения уже готовы. Основной строительный материал – северная сосна. Общий объем срубов составит примерно 900 кубических метров. То есть, как понимать, это примерно 7 железнодорожных вагонов, чтобы было понятнее. Цена контракта составляет 6,5 миллионов рублей. На этих работах заняты больше 20 человек. Монтаж здания ведется в Туле.